Европейские исследователи разрабатывают новый тип защиты от молний. Речь идет о мощной лазерной пушке, которая сможет увести разряд от определенных мест. Лазер, установленный на вершине горы Сентис в Швейцарии, в настоящее время проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство лазерный молниеотвод поступит примерно через 5 лет. Проект финансируется Европейским Союзом.